Ребята, всех приветствую. Сегодня небольшой видеоролик вот про такой прибор измерения давления на форсунке. Вот, значит, смысл такой: распылитель меняешь, когда на форсунке нужно выставить давление. Без него никуда. Очень нужная вещь. Значит так, сейчас я вкратце нарисую, что он из себя представляет. Вот это сам поршенек качает, давление создает. Сюда солярка наливается. Это сам датчик показывает. Так, здесь устанавливается форсунка. Через, значит, шланг подается вот это через трубку солярка. Это кран перекрывания сброса давления. Этот кран даже не знаю, что стоит, он 100 лет, мы им не пользуемся. Вот. Здесь, значит, смысл такой. Значит, нужно выставить давление. Вот этим вот, значит, болтиком вращаешь, сколько чего и как. Так, рычажком накачиваешь и смотришь на стрелочку. Оп. Вот докуда она доходит, идет сброс, это где-то примерно 180. Вот, надо больше. Значит, закручиваешь его и опять пробуешь. Уже 210. Вот, значит, солярка должна распыляться в туман. Вот. И, значит, на носике не должно висеть капли солярки. Это значит, распылитель работает очень хорошо. Вот. И, значит, обратный сброс. Вот, допустим, давление подняли вот до 200. И вот видно, что идет сброс давления. Это говорит о том, что плохо игла держит, пропускает солярку. Ну, мы и поставили это сюда плохой, потому что хороших нету. Вот. Хорошие поставили на машину. Вот такие вот дела. Ну, здесь, соответственно, для каждой техники свое давление. Кому-то надо 180, кому-то 200. У кого-то турбированный, у кого-то не турбированный. Ну, в общем, как-то так. Ну, в общем, вот такой прибор. Он так-то, в принципе, очень редко требуется. Мы когда-то меняли на мазу лет 10 уже, наверное, назад. Вот. И, в принципе, надолго хватает. Ну, когда требуется, без него караул. Хоть плачь. Вот такой вот, ребята, инструмент. В принципе, все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.